Как всегда, в темном углу Ютуба, а с вами Вспомнчик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Надо пойти назад, подойти. Зачем? Чтобы все квесты сдать. Ну-ка, у меня, кстати, хватает, или я еще что-то не нашел? Блин, еще один жук нужен. Еще один. Ай, перепрыгнул. Сумеречная роса. Нет, спасибо, она мне не нужна в таком количестве. Мне нужны жуки. Жуки, где у вас жуки тут были? Синие листья. Тоже не то. О, два золотых жука сразу же выпало. Вот это я понимаю. Набор специй. У меня голубой стрекозы нету какой-то. А наушников у меня хватает? Да. Тут, оказывается, все три куска наушников нужно было. А я тут насобирал. Смотри, сколько. Купить. У меня денег, правда, ни хрена не осталось из-за того, что я себе здесь собрал. Еще минус защиты, да? Ну, зато урон у меня какой. Экипировка у меня на 7 уровень. Стрелковое оружие у меня увеличилось на 40% урон. То есть я всем втаскивать буду только в путь. Сезонные яблочки. Так. На всякий случай лучше собирать. Мало ли мне еще для крафта что-то понадобится. Деньги все потратил. То, что насобирал за все это время. Ну-ка, насколько он сейчас жесткий? Ничего себе, 200 хп снял. Ха-ха, вот это я понимаю удар. Стрелковым оружием-то, а? Так, что у нас тут? А, понятно, его я не все задания еще выполнил. А в городе? Я до сих пор не понял, как сюда забраться. Может, с моста? Да, действительно, с моста. Сэндвичи почту. А, я же телепортироваться могу. Вау, мисс Искатель, ты вправду сделала это. Вот твоя награда за это. О, 200 хп. Обострение, кровоходы. Ну-ка. Что за кровоходы? Плюс 25 хп и 3 еще фокуса немножко. А, мечи... Мечи у меня здесь плохие, нет, спасибо. У меня круче, одна 11 левел ваш. Здравствуй, мисс Искатель, готовы еще к одному квесту? У меня есть еще снижение в качестве награды. Золотых жуки. О, давай. Я обязательно сейчас их соберу, подожди. Я где-нибудь здесь сейчас их найду. Ты только секунду, подожди. Я обязательно сейчас к тебе вернусь. Осталось-то всего чуть-чуть. Где мои золотые жуки? Понятно, а туда, чтобы туда спуститься, нужно наверх залезть. Тук-тук-тук-тук-тук, и он помер. Вот это я понимаю. Это не золотой жук. Где золотой жук? Где мой золотой жук? Надеюсь, это он. Осенние листья. Нет, не он. Осенние листья. Тоже не оно. Сумеречная роса. Тоже не оно. Осенние листья. Да где жуки-то? А, неужели они такие настолько редкие? Шух-шух, срезался. Здесь дождик пошел. Во! Так, а теперь карта.
получить награду. А, у меня кепка-то охренительная. Поезд новый. И травоходы, да? А, они на мне уже надеты. Я его, что ли, выбил где-то? Ну и ладно. Так, у него кустов больше нет. Пошли тогда попробуем с боссом. А, не, прежде чем с боссом сразиться, я еще хочу это. Ну, посюда дойти. Посмотреть. А, кстати, где у меня что-то там... квесты? Расцвет осени где-то надо. Кенли попросил вас найти все ориентиры в расцвете осени. Ага, 2 из 4. Синий зонт тоже еще не выполнено. Это что такое? Сломанные перчатки. Не выполнено. Исцелите только одно дерево. На пути 2, на пути 3 и озеро обелисков. Надо будет сейчас все это проверять. Так, отключить... Нарой инфу. Отчитайтесь в Эквеле в штабе. Так, понятно, это просто отчитаться уже надо. Овощной набор еще один нужен. И штаб стражи гавани у западного входа. И это еще не выполнено. Ну ладно, насрать. А с мясом как у меня дела обстоят? Я его выполнил, нет? Я то и вообще этого квеста не вижу. Принеси мне сырого мяса и мягкой и острой древесины. А где мне это древесину находить? Стейк на дровах. Понятно, если сырое мясо у меня есть, то этого еще нет. Я и забыл про древесину совершенно. Ориентиры все найти, найти все. А где здесь определять? Путь 2, путь 1. Путь 1, путь 2. Вот здесь где-то дерево есть, да? Так. Квесты. На пути 2 и на пути 3. Так, вот здесь где-то. Это же путь 2. Нормальное дерево. Нормальное дерево. Нормальное дерево, нормальное дерево. Может, туда надо вообще запрыгнуть? Да, он там камешек какой-то лежит еще к тому же, который сверкает, а я его даже и не заметил. Почему я туда не залез? Не, здесь ничего такого нету. А что там сверкало? Это все не те деревья. Это же путь 2 или путь 1? А, это путь 1. Путь 2 следующий. Здесь где-то дерево это. Не ты. Не ты. Не ты. Не ты. Вот бегающий все это. Даже не знаю, можно ли туда наверх залезть. Опа. Надеюсь, с этим тоже закончено. Теперь где еще? Путь 3 и какое-то озеро. Вот здесь, получается, дерево есть, и путь 3. Ладно, пошли босса попробуем убить. Я к нему, наверное, уже готов. Он 15 уровень, хотя я какой. Можно будет там на тех этих еще один уровень набить по-быстрому. На всякий случай. И жестко попробовать ему втащить. У меня же дэмэдж теперь очень сильно повышен. На 40% аж стрелковый. Побежали. Там, если что, ранг С себе набьем быстро. С этим проблем никаких не будет. Ой, я не туда. Не туда сиганул.
туда забраться? Я вообще без понятия, как туда запрыгнуть можно. Ух ты как, меня уже втащили, да? Плюс 33 кредита. Начинаем. Ни хрена себе, у меня как атака дальнего боя повысилась. Это совершенно другой этот уровень. Намного другой уровень. Земля и небо, то, что было до этого в предыдущей серии. Я еще пытался их так как-то убить. Я даже во время защиты их очень хорошо пробиваю. Так, пока не буду отвлекаться на эти цветочки. Ух ты! Меня сейчас здесь так зажмут. Вообще теперь от них никакой сложности нету. ДС-ки чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть совсем. ДС-ки. Совсем чуть-чуть врагов не хватило. Эх. И опыта не хватило. Что ж ты делать-то будешь? Подстава какая-то. Теперь там ждать, когда они резнутся. А при том, то, что у меня этого нету сейчас. Ведь не скоро. Да, С только. Я не ожидал, что мы так быстро их всех перебиваем. Ну-ка, здесь кто-нибудь резнулся? Блин, они наверху были. Ладно, пошли босса попробуем замочить, если там тут вообще этот есть. Одного уровня не хватает, но и ничего страшного. Если что, резнемся. Да, есть. Интересно, она вообще свой уровень, кстати, повышает, моя напарница? Или только я? Ничего себе, какая разница! Так. Блин, он этот использовал. Ох ты ж, засранец. Я по нему все никак попасть не могу. Так мало? Ах ты засранец. Ах ты ж засранец, да? Я ненавижу его этот удар. Фух.
Все, снесли ежика. Замечательно. Чередок, золотое кольцо какое-то выпало. Уровень сразу дали. Ничего себе за него этих дали. Опыта. Что это такое? Сломанная перчатка какая-то. А что, оно такое слабое? Ржавый слон выглядит бесполезно. Стоят драта металла. Видимо, это для какого-то оружия. Нужно, чтобы собрать его. Я еще и квест выполнил. Вот это я понимаю. Так, а я сейчас нигде здесь телепортироваться не могу, все время в управлении начинаю путаться. Давай сюда сразу. А че это у меня кодировщик перегружен? Ты че это, друг? Подлагать решил немножко. Неплохое я оружие себе создал. Неплохое, ничего не скажешь. Прям то, что мне нужно. Так, что мне нужно? Что я хочу? Что я хочу? Мне нужно посмотреть на карту. Я не туда спустился. Мне нужно было наверх. А для салатика мне, кстати, что нужно собрать? Очный набор. Для тебя надо было, да? Все, принеси товары. И я денежку за это получу. Я вижу зараженное дерево. Да? Больное дерево, да. Только чтобы до него добраться, это надо постараться каким-то образом. Ну-ка, как до тебя добраться-то, до больного дерева этого? Откуда-то оттуда надо залезать. Давай думать, как разгадать эту головоломку. Ничего себе, там тоже деревья какие интересные. Как сюда залезть? Так, отсюда туда не залезешь. Как сюда залезть? Отсюда никак не залезешь. О, у тебя можно что-то собрать, да? Фруктовый набор делается, пряная булочка. Напиток, рисовый крекер, овощные прялочки. Чтоб похилиться можно было. Я пока вообще не вижу, как сюда можно залезть. Может, на какую-нибудь стойку? Может, потом как-то допрыгнуть можно будет, потому что отсюда нельзя никак, это точно. Да и оттуда никак нельзя. Да и отсюда никак нельзя. Только если оттуда идти. Ну я здесь даже прохода не вижу. Чтобы можно было запрыгнуть. Нигде. Может, потом мне какой-то дадут прыжок, чтобы я так запрыгивать мог? А сейчас я просто этого не умею. Вверх. Но я тут уже все углы обнюхал. Ладно, пошли здесь дерево найдем больное. Оно здесь тоже где-то есть. Заодно пособираем всякого. Полезные предметы, как-никак. Отойдите.
Угу. Угу. О, смотри, еще что-то есть. Салатики. А, вот оно что, отсюда проход был. Вот оно что. Теперь отсюда аккуратненько можно перепрыгнуть сюда. Здесь 4 зеленых чая, это прекрасно. Это очень даже хорошо. Так, а где здесь больное дерево? Спрятали его куда, смотри. Еще плюс квест. А, это куда меня ведет? Куда это проходит? О! О-хо-хо! А что, с тобой поговорить нельзя? Для чего ты здесь сидишь? Я же тебя нашел здесь. Ничего себе. Подстава какая. Я так долго сюда добирался, и ради чего? Чтоб ты мне ничего даже не сказал. Эх! Так, раз с этим квестом покончено. Это все собрано. Штаб стражи надо найти. Лед надо найти. Отчитаться кому-то в штабе. Тоже отчитаться надо. И это добить. Ну ладно, пошли. Теперь я здесь все сделал, все, что мог. И все, что нужно было. Вещи собрал, предметы есть, броня мне пока не нужна. Ну-ка, это вообще много сносит? 40 хп! А, нет, 300! Оно потом бьет. Сразу ваншот, да, какого-то из противников. Неплохо так. Но мои шары, конечно, сейчас жестче сносят. Лучше на это ЦП тратить. Там цветочки помешали мне допрыгнуть. Или не цветочки? О, голубая стрекоза. Нашел вход в пещеру еще один. Которого мне так не хватало. О, тут пройти еще тоже можно. Опа. Да ладно, это еще и на время. Так, это не то. Тут еще и не все так просто. Тут надо все рассчитать, чтобы в этой пещере что-то найти. Так, как я это сделал? Как-то отсюда. Нашел нужный угол. И одним хорошим выстрелом попал. Так, теперь отсюда. Что нас здесь ждет? Не то, все не то. Даже не смог найти угол нужный. Да я и не знал, что это будет настолько интересно. Да что ж такое-то?
маленький пиксель надо найти, рассчитать, чтобы это сделать. О, попа. Они не все, надеюсь, активируются. Нет, не все. Но теперь мне надо будет вход оттуда искать, чтобы добраться до той коробки. Я уже не помню даже, как туда пройти. Так, здесь ничего интересного больше не осталось. А поверху здесь вроде... Да, осталось. Вон сундук какой-то, который надо как-то добраться до него. Ника, это сделать тоже не так просто. А, отсюда не залезть. А я почему-то был уверен, что я смогу. Может, там что-то есть? Какая здоровая местность. Там даже как-то неожиданно. Потому что здесь будет так много всего. Так, а здесь уже выход. Может, с другой локации как-то прийти можно, как это обычно бывает. Такое ощущение, как будто да. Или все же отсюда. Нет, тут нигде подъемов нету. Ой, я что-то нашел. Ничего себе, тут бычара. С нее, наверное, мясо-то покруче падает. Ну-ка. О, все, попался. Даже ничего не выпало. Но это, наверное, из-за того, что мы сейчас... Ничего себе, он и там тащил. О, он даже зарядиться не успел. Так, как тут быть? Ух ты, ты засранец, как не больно-то было. Давай без своих приколов. Ничего себе. Мне, кстати, стальной шар больше нравится, как способность. О! Привет! Эй! Здесь хорошо, не правда ли? Я уже прошел рассвет Оти, но он остается моим любимым местом. Поэтому я возвращаюсь сюда, чтобы отдохнуть, когда разочаровываюсь в игре. Это из-за чего ты в ней разочаровываешься, а? Это что тебя здесь такое не устраивает? Там внизу даже что-то есть. А как наверх добраться? Это еще та проблема, ты смотри-ка. Сюда еще попробуй залезь. Как попасть-то сюда? Я пока только один проход вижу, это как-то отсюда, но я не допрыгиваю все равно. Не-а. Самоубийство. Это самоубийство. Неужели потом все-таки можно будет прыгать дальше?
Да, там у меня перекрыто. Такое ощущение, что да. Ну-ка. Просто ради интереса. Неужели не получилось? Это надо, видимо, отсюда делать. Одинаково. Что с прыжком, что без. Ну-ка, если прыгнуть и в воздухе это сделать. Нельзя. Эх. А, во, А я там уже придумывать начал. Да, одна из этих штук, да? Рыцарь Кода, ничего себе, привет! Есть много странных мест в этом мире. Да ладно. Просто свалило. Такое, вот она как-то даже сверкает, но нельзя ничего сделать. Эх, до сюда я тоже не допрыгиваю. Наверное, надо, чтобы они все сверкали. Наблюдать за теми, кто ищет все элементы, наш долг. Если ты осмелишься искать нашу мудрость, тогда только то, что сломано, сможет открыть эту дверь. Может быть, это надо боссов как раз-таки убивать? Блин, я не то сделал. То, что сломано. В общем, мне надо какие-то фигни с вами. Экипировка, инвентарь, сломанные вещи, да? Диск озарения какое-то. Дает знания о загадках мира. Тень листа. Это березка осени. Геоданные на небольшом носителе, собранные с элитарным токусом. Какие-то геоданные еще. У меня пока только сломанные перчатки есть. Но это я, если бы вот это вот сверкало, я бы тогда понял. А все остальное, то что... Ладно. Может, действительно сюда потом надо. Позже зайти. Пошли дальше. Что тут у нас еще за локация? Опа. Ничего себе, он там где находится. Да, я лезу. Можно на ту сторону перепрыгнуть. Но пока я здесь побегать хочу. Раз уж я сюда залез. Да причем таким путем. Постой, я что, обратно?
Вы издеваетесь, да? То есть все это время можно было сделать вот так? Ух ты! Еще проход в какую-то пещеру. Я уровень даже себе здесь поднял. Но я, если честно, пытался не это сделать. Что-то мне кажется, что сюда надо приходить с S-рангом. И только тогда у меня что-то получится. Синий панцирь. Здорово, чувак, а ты мне что-нибудь расскажешь? Похоже, что нет. Давай попробуем просто ради эксперимента. Да, я правда не то сделал. Не с тех противников начал. Здесь еще были противники. Неплохо их так. О, Б-ранг. Так. Просто для большого ранга, я помню, здесь хотя бы А надо набрать, да, наверное. Че ты там растопался? Нет, дальние атаки на него вообще не действуют. Вот А-ранг. Или на корне, так. Ух ты, они еще и поджигают. Ничего себе, опасные какие противники. Так, его оставим. Где вы там? Ах, засранец, мне так хп скоро кончится. Так, все они подохли, да? Это плохо. Очень-очень плохо.
Блин, а как туда-то? Ладно, ты стебешься. Я так долго это набирал, чтобы потом сюда упасть. Блядь. Оставалось-то совсем ничего. И все из одной единственной ошибки, то, что я заблудился, как идти. Твою-то, а? Даже эску практически набрал. Да ладно, он успел вернуться. Блин, а они-то еще не резнулись. Ёпты, идите вы в жопу все, короче. Опять подстава. Эти враги еще даже резнуться не успели, а? Ладно, что у нас тут? Потом как-нибудь тут еще расскажу. Сейчас я не могу этого сделать. Тут опять надо как-то залезть наверх. А это можно сделать... Нет, нет, не оттуда. Наверняка оттуда тоже можно. Ничего себе тут всего попадало. Ну, ты смотри-ка. А вот и зонт. Еще одна часть задания завершена. Не, воду мне не надо. Так, а как наверх попасть? Как вообще все попадают наверх? Куда-то оттуда, да? Мне еще одну последнюю контрольную точку надо найти. Может, из этой локации эску себе набрать? Так, тут у нас что? Пока ничего полезного. Я мог даже просто так сюда зайти. Привет! Да, что такое? Дай угадаю, тебе интересно, как добраться до этого сундука? Не так ли? Да. Полагаю. Ну, ты, возможно, уже поняла, что прыгать отсюда на эти столбы неправильное решение. Тебе придется пойти по другому. На самом деле, это довольно обходной путь, по которому нужно добраться туда. Ты хочешь знать больше? Я предлагаю тебе попытаться найти путь самостоятельно. Это будет более плодотворительно. Ну, давай, да. Ладно, отсюда заправляются назад, ближе к входу. А, подожди, я хотел сам. Я сам хотел. Туда можно как-то запрыгнуть. Как мне сюда наверх залезть? А? Что-то я ни хрена не понимаю. Я уже, по-моему, даже заблудился. Что тебе тут лабиринтов понастроили? Хрен куда пройдешь. А как туда-то попасть?
Опять надо отсюда сверху как-то это делать. О, все. Замечательно. Опа. Эй, боже милостью, девочка. Привет. Ты меня порядком напугала. Борюсь с растениями и все такое. Ерунда, все в порядке. У них внутри какие-то странные штуковины, тебе не кажется? Ах, точно, я... Кто? Талату Липс. Мне взбрело в голову найти и изучить столько, сколько смогу. Но это оказалось сложнее, чем я ожидала. Видишь ли, добраться до того, что внутри, могут только искатели. Я могу собирать только то, что они мне приносят. Похоже, что ты уже знаешь, как это делается. Можешь меня выручить? Непонятно что, непонятно где, непонятно как. Уровень 50-й! Бейте растения, чтобы анализировать флору. Давай, я это так постоянно делаю. Весьма признательна, девочка, ты намного добрее остальных. Для начала давай дам тебе это. Опа. Это удобная штука, может тебе отслеживать твой прогресс. Просто продолжай бить растения и анализировать их, тем самым получая от них разные штуковины. Ты можешь увидеть свой прогресс в меню. Я взяла на себя смелость добавить информацию для шарового растения Альфа. Просто продолжай бить растения, хорошо? Ладненько. А пока займусь исследованием этих растений, может даже встретимся по пути. Как только ты закончишь, найди меня в гавани новичков в районе аллеи. Узнай, как данные... Ага, ну-ка. Меню ботаники можно найти внутри меню записи. Ага. Тут показано, сколько еще выпавших предметов нужно собрать для завершения. Ничего себе. Как только прогресс достигнет, появится более детальная информация. Угу. Не. Ну и ладно. Я их и так постоянно бил. Как бы, а тут буду еще сильнее бить. Мне что, сложно, что ли? Я их бил и буду бить. Подожди, а как дальше-то? Что, я опять ни хрена не понимаю. Как здесь прыгать? А дальше что? И все. Дальше я никуда залезть не могу. Опа. Новенькая, смотри-ка. Добав Берген, вот мы и здесь. Чего там? Так где же он? Синеволосый сферомант, наконец-то ты пришла! Пришло время для нашей дуэли! Говоря о месте, ты поняла идеально. Эта полянка идеально подойдет. Разве тут не слишком людно? Да, именно в этом весь смысл. Люди должны узреть изящество стиля боя сферомантов. Ясно. Однако нам незачем спешить. Подготовься и скажи мне, когда будешь готова начать, и даже не думай трусливо сбежать. Ну уж нет, мы тебе покажем. Должен ли я напомнить тебе, как проводится дуэль? Сферомант против сфероманта, никаких пентафистов? Я знаю. Я посмотрю, как аллея тебе надерет. В любом случае, просто поговори со мной, когда будешь готова. Так, подожди, а что здесь есть вообще? Мне бы назад телепортироваться. Мне бы хоть к торговцу одному подойти. О, новые растения. Ух ты, ничего себе тут у него. Ты смотри, яблочко, шипастый защитник какой-то. Плюс к защите дает, да? Но мне защита не нужна, я не собираюсь в танк идти. Короче, тут все на следующую локацию. Мне пока с этим бесполезно. Так. Что-то тут делать. Давай перейдем все-таки туда. Да я вообще по сути готов. Пещерный горностаев. Туда какой-то проход есть.
здесь какой-то проход есть. Так, где он там был? Где-то там, да? С возвращением, Лея. Тебе удалось найти все данные, которые я запросил? Чудесно! Я не знаю, что сказать. Этим я могу понять, как они создали эту область. Я имею в виду древних. Вот, возьми это. Я с нетерпением буду ждать возможности снова попробовать с тобой. А, поработать с тобой, если ты, конечно, хочешь. О! Получить награду. Еще и уровень дали за это. Неплохо. Ну, теперь 11 уровень. Денежка, опыт, ну, не помешает. Лишним мне будет. Так, что у меня там еще за квесты? Отчитайтесь, хранитель леса. Отчитайтесь в штабе рейдеров. Отдайте сломанную перчатку игроку на рынке. А, вот кому это обещание. Все, я понял. Очень сложное задание. Штаб стражи гавани. Ага, и вот это. Пошли задание отдавать. Чё мне интересно, раньше об этом не рассказали, что надо будет такой фигней заниматься? А, все, я понял, почему она иногда не может больше прыгать. Чё у вас за магазин? Сэндвич. 300 баксов такой сэндвич стоит. Ничего себе. Короче, у них ничего нет, интересно. Сваливаем отсюда. Так, а здесь у меня есть какой-нибудь... Чё, какого у тебя здесь левел экипировка? Фигня полнейшая. Бронзовая кольчуга хорошая, да? И сапоги. Ну ладно, не буду я их покупать, такое себе. Деньги зря потрачу. Я, скорее всего, скоро новую найду. Так, здесь ничего больше нету. Так, мне нужно... Опять у меня в этой локации подлагивать начало. Причем еще жестче, чем раньше. О! С возвращением, юная леди, ты уже нашла сломанную перчатку. Правда? Это очень хорошо. Я знал, что смогу рассчитывать на тебя. Какая прекрасная юная леди, умеющая слушать. Большое спасибо, у меня даже есть кое-что в награду для тебя. Ой, я даже не спросил твоего имени. Я Ткара Кетинткар. Ничего себе. Лея, привет. Ну, я не люблю долгие прощания, так что пусть это будет коротким. Пока. Исчез. Да ладно, так слабо. Только 1000 баксов он мне за это дал. Я-то думал, что-то крутое дадут. Ну-ка, ядро бура. Здоровье, да? Счастливчик какой-то там. Шаг вспышка на 50%. А вот золотое кольцо нужно, брошенный какой-то там микроскоп, ничего себе, этих нужно 6 штук. Ну тут ботинки 40 уровня, ничего себе, они этих дают. Атака плюс 4, ничего себе. У меня не хватает металлолома, да? Медвежья цикада.
А где я ее находил? Регенерация плюс 35%. Ничего себе. Дамаг, конечно, чуть меньше будет. Прицел у меня там плюс 25%. Штурм плюс 25%. Вот это больше на дэмэдж. А здесь регенерация еще к тому же у меня будет. Ты шипастый, но шипастый мне не надо. Спасибо. Я вот эту штуку собрал. Фруктовый набор 3 штуки. Зеленый чай 11 штук надо. Ничего себе. Ну, фруктовый набор, ладно. Сейчас, а, кстати, надо бы пойти ему этому отнести. Ну, я бы собрал себе сейчас такую. И чтобы регенерация хоть какая-то была. Я вижу, вам удалось все собрать. Теперь быстрее направляйтесь в паб Аркани Новобранцев и отдайте это бармену. Да ладно. Туда, что ли, надо? В паб. Это туда. Да, я ведь прав. Где здесь магазин предметов? Аркан Новобранцев. А, Арка Новобранцев. Идите туда, в бар, и кому-то отдать. Все. Аркан. Ой, там еще паб был, да? Здесь еще что-то есть. Я даже эту локацию для меня смотрел нормально. Не, на стойку вставать не надо. Ах, наконец, еще один искатель посетил мое скромное заведение. Ты с новыми поставками? Как раз вовремя. Это Нумсворт обещал мне эти ингредиенты давным-давно. Меня удивляет, почему мы вообще платим этим причудливым канцелярским крысам, типа него, если все, что он делает, это совершает какие-то звонки. В следующий раз я могла бы просто связаться с тем, кто выполняет настоящую работу сам. В любом случае, я пришлю ему подтверждение о выполнении работы. Тебе лучше вернуться к нему, чтобы получить свою награду. Так, а здесь больше ничего нету, куда бы зайти можно было. Южная гавань. А мне здесь в Южной гавани, да, надо было с кем-то повстречаться. Так, это закрыто. Куда мне там дальше надо было? Так, здесь я пока ничего собрать не могу. А мне что у него за мечи? А, ну это все уже есть у меня. Ничего себе, как это. Ну, зато прицел дает, да? Куски наушников нужны и овощные наборы 3 штуки. А что за шаг вспышка? Стойкость, берсерк. Не, и берсерк-то нету. Грация какая-то. Фигня. Спасибо, мне всего этого не надо. Так, давай мою награду. Ты уже получил сообщение от нашего довольного клиента. А, я уже получил сообщение от нашего довольного клиента. Хорошая работа. Вот наша оплата. Надеюсь, что я смогу рассчитывать на вашу помощь в дальнейшем. А то и жу 5 штук веган-рулеты. Ну, такое. Так, а те. О нет. Ах, снова вы. В настоящее время я занят проблемой с высоким приоритетом. И это настоящая главная боль. Видите ли, я жду срочной доставки свежих ингредиентов от одного из наших контрактных сборщиков продуктов. Важный бизнес-ланч будет сорван, если она не появится в ближайшее время. Да, спасибо, что ты спросили. Было бы очень кстати, если бы вы снова поможете мне найти сборщика. Она должна быть где-то в расцвете осени. Не могли бы вы найти ее и проверить, что случилось? Ничего себе, он мне тут всяких накидает.
А я, слушай, походу знаю, где она сидит. Похоже, что они до сих пор не добавили типичные квесты, более детальные реплики. Но это хорошие новости для нас. Иначе выполнение дополнительных квестов могло бы стать проблемой с твоим ограниченным средствами общения. Да, извини, я продолжу заработать над этим прямо сейчас. Так, можешь мне собрать пояс, нет? Где я там хотел... Подожди, это не то. Вот у него я хотел это собрать. Регенерацию. Для этого мне нужен фруктовый набор 4 штуки и зеленых чая еще 6 штук. Ничего себе. Так себе меч. В яблочко. Шипастый защитник. Ну такие себе мечи. Пока они мне никак не это, не помогут. Не очень. Но, надеюсь, у меня денег хватит-то. Потому что там дорого все это. Зеленый чай. Не, не надо, спасибо. Мне всего 6 штук надо. Принять. Так, оплатить, купить. И теперь мне нужно собрать еще сколько? 4 овощных набора, да? Они же мне нужны. Удобно, когда можно так быстро перемещаться. Овощной набор или фруктовый набор? Блин, я не помню. На всякий случай лучше перепроверить. Что мне надо собрать? Не ты. Блин, и не ты, значит ты. Да, ты. Мне нужно... Фруктовый набор. Фруктовый, а не овощной. Так. Да они легко на самом деле собираются. И соберу себе эту штуку, чтобы хотя бы чуть-чуть во время боя у меня хп регенерировалось. Денег, правда, у меня на это ушло. А? Регенерация плюс у меня 500 хп теперь. 35%, а? Неплохо же. Так, что мы теперь куда пойдем с тобой? Не помню, где-то я ее здесь находил, да? О, кстати, а тут проход есть, куда я не ходил. Где-то там бегал и находил ее, мне кажется. Потому что с ней даже поговорить нельзя было, и найти ее было сложно. Как раз предметы понаходим. А, я сюда не ходил, потому что нельзя. У меня доступ отсутствует. Точно. О, меня же за это достижение какое-то дали.
проанализировано. Опа. Нет, это не она. Ты прикинь. Я-то думал. Кстати, а что у меня там с записями? Это же здесь где-то, да? Энциклопедия. Лесиний аватар. Шадун, путь древних, это что такое? Игровая зона. Так, а я не помню, куда она там заходила. Сколько здесь всего? А куда мне надо там залезть было, чтобы эти цветочки посмотреть? Прыгайте тысячу раз. Какую-то фигню мне это дает. Короче, фигня какая-то, я так и не понял. Инвентарь точно не оно. Избранное какое-то есть. Экипировка. На 10 уровень у меня. Из-за моих ботинок. Очень сильно экипировку мне портит. Да здесь это не она. Логово дикообраза, пещерный горностай. О, давай как раз таки я еще раз попробую пещеру горностаев свалить. Может, в этот раз у меня получится. Вот, начну с вас. Опа. Сейчас же они легко убиваются, да? О, ранг С набит. Бежим дальше, бежим дальше. Самое главное, не лохануться. Ранг Б уже, ничего себе. Быстро. Кстати, до сих пор не понял, как туда залезть. А что, у меня регенерация работает, нет? Да, вон 16 хп отрегенерировал, ни с того ни с сего. Ничего себе регенерация, какая охренительная. Вот это я понимаю. Во, моментально. А чё он не врезался? Ранг, а? Идем дальше, идем дальше, идем дальше. Просто снесло. Их никогда не бывало. Так, а кто такая? Понятно, с тобой пока нельзя поговорить, пока я здесь это. Боюю.
то мне все время пирожки какие-то жрать надо было, а теперь не надо. Может, это она и есть. Сюда. Так, как мне туда попасть? Так, пока она сражается, я опа, и сюда залезу сразу. На эску, быстро в пещеру. Набрали. Так, еще здесь что-нибудь произойдет? Нет? Блин, и ради чего я все это делал? Ладно. Так, ладно, пошли к NPC тогда сходим. Я-то думал, здесь действительно мы как в прошлый раз. А оказывается, нет. Ух ты. А как я его проглядел? Блин, а я теперь отсюда не это. Или это? А, не это. А как выбраться теперь отсюда? Эу. А, во. Я уже испугался. Думал, опять потерялся. Мне кажется, что-то есть, а я даже не замечал. Дайкон. Регенерация плюс 15%, но у меня стрелковое оружие минус будет. ХП плюс и атака минус. То я смогу дольше сражаться со своими противниками. Интересно. Я даже не знаю. Не, мне пока моей 16 регенерации хватает головой. Пошли с этим сразимся, да и на этом серию можно будет закончить. Где этот там чудик? А, блин, я же забыл. Ладно, это я сделаю в следующей серии. Вижу, что ты хорошо потрудилась. А у тебя довольно неплохие характеристики. Будет интересно, как то в дуэли. Хорошо. Пентафикс, прошу время отойти в сторонку. Приготовься. ПВП-битва. Активация. Что такое? Это твоя первая PvP-битва? Игрок против игрока. Все просто. Сражаемся несколько раундов. 5 из 9. Никаких расходников. Никакого отступления. Ладно. У меня регенерация есть. Вперед, Лея. Я уверена, что ты справишься. Время пришло. Я, Аполло, покажу тебе истинный путь. Путь настоящего сфероманта. Путь справедливости. Да начнется дуэль! Че ты, бля, ни хрена себе своим пальчиком у меня тут. Ебать, ты че себе прикалываешься, что ли? Да ты я заебал, если честно. Я никак не могу его это. Окей, о, во, все. Этот раунд отходит тебе. Понятно, дальними атаками его не взять. О, неплохо ему так. Пришло время показать тебе истинный потенциал.
хрен. Во, фаталити прям последний. Ах ты же сранит. Блин, меня сейчас огрохнет. Да, у меня грохнуло, я ему даже ничего сделать не смог. Да что ж такое-то, а? Да блять. Да... Не, я его никак не могу побить. Да... Все, отстанет меня. Что за бред? Я ведь его первый бью! Блять, уже наполучал. Бля, я почему-то не всегда... Получается у меня... Блять, я просто так использовал. Ни хрена себе, вот он спокойно так начал проворачивать эти танки, а я его вообще не могу, да? Все, отстань от меня. Фух. Похоже, что я недооценил тебя. Ты действительно достойный противник. Я рад, что среди нас все еще остались умелые сфероманты. Однако... Тебе еще предстоит открыть истинный потенциал этого класса. В следующий раз, когда мы встретимся, я обязательно проверю твои навыки еще раз. До встречи, синеволосый сферомант. Лея. Серьезный. Мы с нее очень серьезен. Похоже, что у тебя появился соперник, Лея. Ты действительно надрала ему задницу. Это было потрясающе. В любом случае, мне уже пора уходить. Правда, мы уже так долго играем. Но это было так весело. Так что давай снова поиграем вместе в следующий раз, хорошо? До встречи. Новое слово. Пока. 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 Скоро увидимся. Похоже, что я добавил слово как раз вовремя. Я думал, что оно тебе понадобится рано или поздно. Ну, тогда я думаю, нам тоже пора заканчивать на сегодня. Откровенно говоря, мне и самому нужно немного отдохнуть. Не волнуйся, ты вернешься в игру довольно скоро. Спокойной ночи, Лея.